что будет в следующем сезоне. Если вы не хотите, чтобы Яман умер, и вы также хотите, чтобы Яман и Сехер воссоединились, давайте нажмем кнопку «Нравится» и посмотрим наш номер. Когда наступит новый сезон? Умрет ли Яман? Какое большое сожаление испытает Сехер? Откроется ли то, что Али и Яман – братья? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, друзья. В новой серии нашего сериала Яман потеряет кровь из-за травмы. Но в последний момент Ямана доставят в больницу. Конечно, Яман будет бороться не на жизнь, а на смерть. Позже он снова будет жить ради Сехер и Юсуфа. Вот почему Яман попытается выздороветь и найти Сехер. Но это будет нелегко, потому что Яман нигде не сможет найти никаких следов Сехер. Сехер будет найдена неожиданно. Но простить Ямана Сехер не удастся. Конечно, в дальнейшем невиновность Ямана будет доказана. Сехер поймет, что она ошибается, и извинится перед Яманом. Во всяком случае, Яман сказал Сехер никогда не сожалеть об этом в последнем эпизоде. Скорее всего, Сехер пожалеет о своей жизни. В результате Сехер попытается исправить свои ошибки. Конечно, благодаря Сехер у Ямана также будет возможность перегруппироваться. Таким образом, Сехер и Яман воссоединятся. Если Али не покинет сериал, все секреты раскроются в новом сезоне. Конечно, этот секрет в том, что Али и Яман – братья. Эта правда всплывет внезапно. Когда эта правда откроется, Али испытает шок в своей жизни. Потому что Али до сих пор считал себя сиротой. Али поймет, что у него есть еще одна ветвь, за которую он может держаться в своей жизни. Фактически, Али будет защищать Ямана. Но этого нельзя сказать о Ямане. Когда Яман узнает эту правду, он обвинит Али в катастрофе его семьи. Вот почему Яман какое-то время будет враждебно настроен по отношению к Али. Али также начнет новую жизнь в своей жизни. Особенно в новом сезоне в жизнь Али войдут новые люди. Али сначала будет держаться подальше от этого человека. Но позже на Али будут влиять некоторые характеристики этого человека. И этим он откроет новую страницу своей жизни. Кара и Ибрагим также продвинутся по пути брака. Так что отныне мы увидим, что Кара и Ибрагим счастливы. Неслихан пожалеет о том, что сделал Бора. Но Фират не поддержит Неслихан и оставит ее в покое. Потому что Фират любит Неслихан больше, чем свою жизнь. Поскольку Неслихан видит поддержку Фирата, она сближается с ним. Даже Неслихан и Фират будут любовниками. Новый сезон начнется ближе к августу и сентябрю. Но возможно случится сюрприз, сериал может начаться раньше. Итак, допустим, всех нас ждут более захватывающие эпизоды. Как вы думаете, Сехер сможет узнать правду? Я буду ждать ваших комментариев ниже. Посмотрим, что вы об этом думаете. В новом сезоне Ямана доставят в больницу. Поскольку Яман потерял много крови, его жизнь будет в опасности. Хотя врачи очень стараются, полностью вылечить Ямана им, к сожалению, не удается. В то время как все оставили надежду, Яман снова будет жить ради Сехер. В результате Яман не умрет, а будет спасен. Поскольку Яман – главный актер, наш сценарист его не убьет. В новом сезоне Яман повсюду будет искать Сехер и Юсуфа. Но Яман никогда не найдет, где прячется Сехер и Юсуф. Потому что Фират недавно подготовил новую личность для Сехер и Юсуфа. И Фират сказал, что эти удостоверения личности не будут улавливаться полицией и Яманом. Поэтому никто не узнает, где находится Сехер. Яман испытает большую печаль из-за любви к Сехер. Яман за это время превратится в совсем другого человека. Яман начнет возвращаться к своей старой жизни из-за своей любви к Сехер. Яман снова возьмется за оружие из-за своих врагов. Вот почему Яман начнет новую вражду со своими врагами. Скорее всего, он найдет следы Сехер и Юсуфа.
Когда Яман уезжает в командировку, он увидит Сехер и Юсуфа. Встреча Ямана с Сехер снова вселит в него надежду. Яман пойдет к Сехер, как только увидит ее. Когда Сехер увидит Ямана, ее сердце снова заболит, потому что любовь Сехер к Яману воскреснет. Но Сехер не сразу даст Яману шанс. Так что снова будет разлука на короткое время. Конечно, в дальнейшем невиновность Ямана будет доказана. Сехер поймет, что она ошибается, и извинится перед Яманом. Таким образом, Сехер и Яман воссоединятся, но любовь Ямана к Сехер может смениться гневом и ненавистью. В результате Сехер и Яман уйдут. Яман также вернется к своей прежней жизни из-за этой боли. Потому что Яман будет думать, что Сехер предала его, как и его мать. Таким образом, доверие Ямана к женщинам будет разрушено. Хотя Яман находит Сехер, он причинит ей большую боль, чем раньше. Яман заставит Сехер заплатить за плохие события, которые он пережил в детстве. Кроме того, в новом сезоне Яман узнает, что Али – его родной брат. Когда Яман узнает эту информацию, он также нанесет большой вред Али. Если Али не будет осторожен, его уволят из полицейской профессии. Скорее всего, в новом сезоне окажется, что Яман невиновен. Когда Сехер узнает эту истину, она испытает большое сожаление. Хотя Сехер хочет исправить свою ошибку против Ямана, она потерпит неудачу. Потому что Сехер не сможет заслужить доверие Ямана. Поэтому в новом сезоне Сехер и Яман будут жить отдельно. Есть две возможности для того, чтобы правда раскрылась в новом сезоне. В первом случае правда вылезет наружу. И будет понятно, что Яман невиновен. В этом случае Сехер узнает, что ее сестру убил Зия. Потому что все следы, которых достигла Сехер, приведут ее к этой истине. Правда выяснится позже. В результате Сехер пожалеет, что обвинила Ямана в убийстве. Вот почему Сехер и Яман снова встретятся после всех этих невзгод. По второму варианту не будет установлено, что Яман не совершал этого убийства. Так что это останется полной загадкой. Но любовь Сехер и Ямана преодолеет эту трудность. Потому что Сехер не постигает истины. Она доверяет Яману. В новом сезоне враги Ямана попытаются убить Ямана. Но Яман преодолеет эту трудность. Когда им это не удастся, они попытаются убить Сехер. Потому что они знают, что если Сехер будет убита, жизнь Ямана будет разрушена. Вот почему Яман и Сехер должны быть осторожны. В противном случае Сехер понесет серьезный ущерб. Но благодаря помощи Ямана Сехер не причинит вреда. Аксак также появится в сериале в новом сезоне. Появление Аксака в сериале перевернет жизнь всех с ног на голову. Потому что Аксак сделает Яману плохое. Аксак на самом деле уже много лет является врагом Ямана. Аксак будет включен в серию, чтобы закрыть свои счета с Яманом. Аксак сначала захочет обидеть Ямана. Аксак попытается убить Ямана. Мы подошли к концу этого аналитического видео, друзья. Вы можете поддержать, подписавшись на мой канал и поставив лайк этому видео, чтобы скоро наступил новый сезон нашего сериала. До встречи в следующих видео.